школе. А в школу? В понедельник, по-моему, или сегодня. Я даже, если честно, не знаю, потому что планировалось пораньше. Движение нашей воли к тому, чтобы выразить именно вот эту квинтэссенцию глубинного содержания смысла святая Русь. Что такое Русь в переводе? Кто знает? Русь или Рос? Это голова с еврейского языка, то есть главный. Так вот, святая голова, если мы так перейдем, получится, значит, все наши мысли, чувства, все переживания, движения нашего ума должны быть освящены божественной благодатью. Дорогие друзья, позвольте вам передать благословение от Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, который желает, чтобы все участники этого фестиваля почувствовали приближение вот именно к Святой Руси, соприкасаясь и сердцем, чувствами и умом, и движением всей нашей природы к этой полноте русской силы. Дорогие друзья, позвольте вашему вниманию представить некую композицию поэтическо-хорового содержания. По поэме Максимилиана Волошина мы прочитаем пролог из поэмы «Святой Серафим Саровский» в сопровождении хора Царицынского православного университета. Позвольте, я приглашу вместе с вами хор замечательный нашего университета. Когда я говорю о Боге, слова, как львы ослепшие, что ищут источника в пустыне. У ступеней Божьего престола волнами гудящих ореолов бьет ключом колокочущий голос к небесам, взывающей земли. Ангелами охраняемый свет земли неувидаемый, перст сиянием растворенная, глина девством прокаленная, плоть рожденная сиять, тварь до Бога вознесенная, диском солнца облаченная, на серпе луны взнесенная, преснодевственная мать. Ты покров природы тварной. Рождает, рождает, рождает.
и покров природы тварной, свет во мраке, пламень зарный путеводного столба. В грозный час, когда над нами, над забытыми гробами протрубит труба, в час последний, в час возмездия, чрево смерти содрогнется, солнце мраком обернется, и как книга развернется небо надвое, и разверзнется пучина, и раздастся голос сына: «О племя упрямое! Жаждал, вы не напоили, я алкал, не накормили, я был нах, вы не одели». Ты расстелишь плат,
надо всеми, кто ошую, кто вослали одесную, Агнцу предстоят, чтоб не сгинул ни единый ком, пронзенный духом глины, без изъятия навсегда. И удержишь руку сына от последнего проклятия безвозвратного суда. Как говорил наш философ, вот, поэтому покумишь, поздравился.
Я хочу вам сказать спасибо за то, что, общаясь с вами при подготовке фестиваля, вы рассказали нам о прекрасном человеке, о святой Феодосии, вот, и иеромонахе Феодосии, и о его прекрасном коллективе, о том, что это может быть. Ваши аплодисменты. Так громче поаплодируем замечательному мужскому хору.